над коленками и начинаем вытяжение вперед. Я так делаю, если мне не хватает веса. Мне сейчас не хватает веса. Ноги стабилизируй. Ты даже об этом не вспомнил. Три раза. Девочка, помогай. Стабилизируй раз. Держи. Вообще лучше мышцами стабилизировать, чтобы они просто включались в правильную работу. Нет? Просто думаю постоянно об этом. Я знаю, что это тяжело, но надо. Хорошо. Ребята, дисциплина. Вы должны чувствовать, как работает ваше тело, где у вас зажимы, расслаблять там, дышите. Ой, как хорошо вы там растягиваетесь. Молодцы, да, Андрей? Да, правильно. А не стягивай, парнюша, ноги, не впивайся большим пальцем. Да, хорошо. Старайтесь не уводить корпус партнера влево-вправо, только по центру. Партнеры, которые внизу, они копчиком тянутся назад, животом тянутся вперед и расслабляются. Да. Чувствуют, как у вас открывается низ отдела. Чакры, да, открываются. Хорошо. Все чакры открылись уже. Хорошо. И выходим. Позиция лягушки. Ой, лягушки, ребенка. Маленькая лягушка, ребенок, значит лягушонок. Головастик точно. Ребенок, лягушка, пока это головастик. Пока вы видите позицию ребенка, сначала вы растягиваете живот на ножке, а потом все остальное. Привет от Димы. Можно назад там проползти. Сейчас я подойду. Ну да, 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 просто что если спереди мало там места, назад. Там не проблема, это слишком абстрактно. Я сейчас объясню, когда иду поступить. Вообще эта позиция довольно-таки безопасна. Можешь, я думаю, делать, но вопрос, какая проблема, если подождешь, я приду. Тазом запрыгиваем на партнера, чуть съезжая, таз должен быть снизу. Запрыгиваем, это очень громко сказано, аккуратненько заходим. Таз должен оказаться ниже таза и раскрываемся, на партнера ложимся. У кого не получается, можете меня позвать. Нормально? Да, ведь? Сильнее? Раскрываемся. Нормальная нагрузка? Вот так? Ох. Не бойтесь отдавать вес партнеру. Он сейчас довольно безопасный позиции. Очень широко ноги положили, девчонки. Ноги широко, не кладем. Так нормально? Да. Так и останемся. Валера. Хорошо, поменяли позицию, встаем.